Ребята-педагоги из детского сада номер 17 «Чебурашка» – хорошие друзья Чебоксарской ГЭС и первые помощники в проведении экологических акций. Именно педагоги этого дошкольного учреждения являются авторами проекта экологической тропы в Ельниковской роще. На открытие обновленной тропы уже в детском саду к малышам пришли сказочные герои. В яблоневом саду юных экологов встретила ожившая яблоня. В новой уютной беседке она провела с ребятами занимательный урок. Рассказала о том, как вырастить яблоню, чем полезны эти плоды и какие блюда можно из них приготовить. Сами малыши оказались очень активными и любознательными. Вместе с Иваном Заревичем ребята пришли на спортивную площадку к скомороху, чтобы сделать зарядку на свежем воздухе. В путешествии по экологической тропе малыши побывали на площадке для метеонаблюдений, осмотрели саженцы ели в специальном питомнике и овощи в детском огороде. Наше дошкольное учреждение находится, как вы сами заметили, на таком необычайном островке детства, среди обилия цветов, разных пород деревьев. Это все позволяет нам как бы глубже изучать экологию и давать детям прочные и крепкие знания. Мы уже не один год совместно сотрудничаем с Русгидро, ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС. В 2014 году нам было выделено 150 тысяч на оборудование экологической тропы, спортивная площадка. Это станция «Здоровейка», где мы поставили спортивное оборудование. В этом году выделено 70 тысяч рублей на экологическую тропу. Это яблоневый сад. Все это позволяет еще глубже изучать экологию. А воспитанникам детского сада воспитатели показывают на своем примере, как нужно заботиться о природе. В награду за любознательность и успешное прохождение экологического маршрута ребята получили от гидроэнергетиков познавательные настольные игры, изданные на средства Русгидро, «Очень важная вода» и «Электровикторина». Мы очень рады, что здесь работают такие увлеченные педагоги, которые помогают детям любить природу, интересоваться экологией, и надеемся, что в будущем они вырастут людьми активными социально, интересующимися самыми прогрессивными идеями и такими, кто бережно относится к окружающей среде. Гидроэнергетики помогают педагогам благоустраивать территорию детского сада, самую большую среди дошкольных учреждений города. Дошколята учатся здесь вести наблюдения, расширяют кругозор, получают практические навыки ухода за растениями. Детский сад «Чебурашка» – один из самых активных участников акции «Оберегай» по уборке берега Волги от мусора, которую дважды в год проводят в Новочебоксарске Русгидро. Я сегодня узнал много нового. Яблоки, как получается, узнал. Как выглядит у Бабы-Яги дом, узнал. И узнал, как выглядит Баба-Яга. Мой детский сад мне очень нравится. Важнейшим приоритетом деятельности ПАО «Русгидро», одной из крупнейших российских генерирующих компаний, является высокая экологическая ответственность. В рамках этой деятельности филиалы «Русгидро» развивают сотрудничество с заповедниками, национальными парками и другими охраняемыми природными территориями, а также учреждениями образования. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.